Привет, меня зовут Георгий, и я курсант военно-учебного центра при Иркутском государственном университете. И сегодня я расскажу вам, как поступить в центр. С 2019 года в Иркутском государственном университете проводится подготовка старших стрелков и командиров отделения для сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Кстати, в прошлом году набор был более 100 человек. Подать заявление может студент Иркутского государственного университета, очной формы обучения. Если ты учишься 4 года, то с первого курса. Если ты учишься 5 лет, то 1-2 курса. Для прохождения отбора тебе необходимо пройти медицинское свидетельствование и профессиональный психологический отбор в военкомате по месту твоего прикрепления. Также при поступлении учитывается средний балл твоей зачетной книжки. Еще тебе нужно будет сдать спортивные нормативы. Бег на 3 км, бег на 100 метров и подтягивание от перекладины. Обучение длится 2 года для сержантов и 1,5 года для рядовых. Занятия проходят по субботам с утра и до вечера. По окончанию обучения тебе будет выдан военный билет и статус военнослужащего запаса. Идти на срочную службу тебе не надо. Пока. Не забудь подписаться на наши социальные сети. Ссылка в описании.